Привет, мои друзья! Сегодня 14 день реабилитации. Начинаем также с велосипеда. Крутим. Уровень сложности 5. Скорость 70. Так, 10 минут. Так что поехали, крутим. Нас ждут интересное видео. Так что смотрим и комментируем, ставим лайки. Всем привет! Сегодня у нас 14 занятие. Юрочка уже велосипед покрутил. Чисто свое удовольствие, уровень 5-10 минут, раз немножко сок пошел. Сейчас сделаем опять базовую разминку. Как видите, коленка сегодня намного лучше, поинтереснее уже. Вот. Так что смотрите, наблюдайте, пишите, задавайте вопросы. Голеностоп работает вперед-назад, проехали. Хоккеист стал тренером национальной сборной Украины. Это я читал. Да, сейчас на сборах. Ясно. Сейчас на сборах. Скоро полетим тренировать хоккеистов. Даже, может, пригласим Юрия Горбенко и покажет пару мастер-классов. По-любому покажешь. Какие это мужской вид спорта. Без рукоприкладства никак. Правильно. Носок на себя, на внутреннюю. Да. Держи, держи, держи. На внешнюю сторону. Голеностоп работает. Вперед-назад. Городу хоккеем заниматься. Травмоопасность. Согнули ножку 90 градусов в воздухе. Выше коленки. Каточку вот так, да. Разгибаем вверх ножку и сгибаем на 90. Вверх полностью разогнуть. Во. Пяточка, да. Сколько ты говоришь? Три подхода по 30 раз. Умница. Мы на носки поставили, коленки оторвали на 5 сантиметров. Стоим. Стоим. Отлично. Ножки разгибаем, ставим на пяточки, разгибаем. Умница. И обратно сгибаем в исходное положение. Три подхода по 30 раз. Поехали. Здорово. Машина. Да, да. Во. Фух, немного сложно. Но нас это не сломает. Поехали. Ножку согнули, 90 градусов. Да-да-да, хорошо так разомнил. Расслабился. Прям глубоко. Да, если больно, как же расслабился. Я ж не хватаю, я рву, как волк. Я глажу же мышцу, а глажу же кости. Вот это самостоятельно, постоянно, дома.
поймал, все, и вся мышца работает. Вся мышца движется. Поняли, да? И вот такие вот подпулочки. У нас называется смешная мышца. Когда по тормозам бьют, типа хочется не от боли, а потому что смешно сильно. Смешная боль. Вы точно нигде не видели и не увидите. Кричать буду. Я думаю, мне кажется, здесь он покричал немножко.
Так, ну что, с ногами немножко расслабили, обсучить это еще. Вот это делать постоянно надо. Расслаблять, чтобы руки нам молодец. И втянем. Здорово. Руки кисти меня держит, а все остальное расслаблено. Левый не в замке. Все в замке. Я хочу покричать, и давно не кричал. Ложи его на живот. А то людям не интересно, смотрите, да. И изъебаем ножку. Касается. Смотрите. Левая рабочая сгибается до. Раз. Ага. Правая сгибается до. Это левая. Левая. Нерабочая сгибается до. Дожимай, дожимай, дожимай. Тайное фото.
Да. Мне можно сделать болевую. Я ж поэтому и, кстати... А все и так знают. Для того, чтобы не было болевого, что нужно сделать? Хорошо. Это было круто. Все. Вот 14-й день подошел к концу. Вы сами видите, как мы занимаемся, как эфир прогрессирует. Колено стало устойчивым. Амплитуда лучше стала намного, когда он пришел. То есть вы сами видите, какой результат. То есть, ребят, обращайтесь, мы вам поможем. И обязательно следите за боем, который будет у Юрия Горбенко. Все болеем за него. Очередной день, 14-й, закончится день моих мучений. Ну, нас это не огорчает, мы продвигаемся дальше, что чувствуем улучшение. Вы это тоже видите. Так что не забывайте подписываться, ставить лайки, пишите комментарии. Потому что что-то комментарии совсем не видно. Они есть, но их мало. Мы ждем намного больше. Я хочу видеть, что я не зря мучаюсь и для вас это все делаю. Не только для себя, но и для вас. Спасибо Александру Еремину за реабилитацию. На связи. Oh, my God.